Кристина, ну видишь, он не хочет персик тебя чесать. Ну что ты все время выпрашиваешь? Скажи, персик, почеши. Скажи, последний раз говорю, почеши. Филя, идешь? Вперед. Давай, давай, на улицу, давай. Филя, шагом марш. Давай, я тут попугаю, я не буду держать открытую дверь. До свидания. Всем до свидания. Персик, тебя умоляют, тебя очень просят, почеши. Персик, ну посмотри, как он тебя просит. Так. Что-то уже мед нашел. Ты засранец. Мед ест. Спрячу в тумбочку. Папа будет ругаться. Пока мы тут тебя снимали, он мед воровал. Что, ложка в меде, да? Арчи. Арчи. Не видно. Ложка в меде уже. Сейчас все ближе. Ну давай. Все, мой теперь. Это уже ложка не в меде. Это было чистое. Будет сейчас грязное. Ладно. У нас такое бывает, да. То чистое, то грязное. Так что, он так тебя не почесал, Кристина? Персик, ну посмотри, как она тебя упрашивает. Уже так, и сяк. Чеши, говорит. Персик подозревает что-то. Будешь чесать или нет, говори? Да, уже соль насыпал. Что за ребенок? Никого снять нельзя. Кто это наделал? Кто наделал это? А? Кто это наделал? Помоешь? Соль рассыпаешь мне. Зачем соль рассыпаешь? А что ты по хвосту топчешься? Он не будет тебя за это чесать никогда. Песик, ты его дразнишь, что ли? Как чье испытывать терпение? Ты персик или персик твое? Чарли, это не Чарли, это не Чарли, это непонятно что.
Все, персик, ты отстоял место на столе. Кристина больше не просит почесать. Она устала. Пошла спать.